Всем привет! Хочу показать цветочек, который многие знают, но забывают посадить на своих дачных участках. Цветочек совсем неприхотливый, очень красивый. Наверное, догадались, что это уже портулак. Садится он из семян на рассаду, ну или же потом он осевается в землю и сам всходит. Но если какие-то сорта, то тогда надо только садить рассадой. Он дешевый. Мы посадили здесь 6 кустиков, по 10 гривен я покупала. Самое интересное, что он распускается на солнышке, и как только вот солнышко в тень, даже вот уходит вечерком, солнышко уже ушло, он сразу закрывается. Но один кустик, он получается как раз у нас тут вечерком, на него попадают солнечные лучи, и он самый-самый последний закрывается, вот крайний кустик. А сейчас утром, пчелки-любители полетать здесь всякие, мушки, очень красиво, любит он песчаную почву, солнышко отлично переносит, что сейчас немаловажно, так как везде сейчас жарко, прям ужасная жара. 9 утра, а у нас уже 26-27, а на солнышке, наверное, еще больше. У кого мало песочка, может смело подсеивать песок. Он любитель таких почв песчаных, небольшой ростом, где-то высотой, наверное, сантиметров. Наверное, до 20 сантиметров, да, он такой, получается, листочки, как у кактуса, вот и получается, что он хорошо переносит жару.